Феодора – имя нескольких женщин из рода графов Тускулумских. 1. Феодора – жена консула Рима Теофилакта, графа Тускулумского, вместе с которым контролировала власть в святом городе, мать Морозии Феодоры. Благодаря своему высокому положению, получила такие титулы, как сенатриса и хранительница папских сокровищ Вестерариса Рима. Феодора старшая и ее дочь Морозия стали теми блудницами, благодаря которым начало X века получило в истории папства название порнократии, так как папы назначались волей этих женщин исключительно благодаря их личным склонностям. К примеру, утверждается, что папа Иоанн X был любовником Феодоры и получил святейший престол ее стараниями. После смерти Феодоры незримую власть над городом унаследовала ее дочь Морозия. Иногда встречается утверждение, что Феодора была куртизанкой высшего разряда, гетерой, действующей в высших слоях общества и прочь. Эти эпитеты ведут свою историю с сочинений ее современника Лютпранда Кремонского, ненавидевшего графиню, и, вероятнее всего, не являются истиной. Так как Феодора принадлежала к аристократической семье, была женой светского правителя города и денег, как положено куртизанкам, за свои любовные отношения с прочими вряд ли получала. Более того, кроме информации предвзятого Лютпранда, нет больше данных о том, что папа Иоанн был ее любовником. 2. Феодора младшая, дочь предыдущей Теофилакта. В отличие от матери и сестры Морозии, ее имя не склоняется в связи с эпохой порнократии. Была замужем за консулом Грацианом, имела несколько дочерей, в т.ч. Феодору 3, а также сына будущего папы Иоанна 13. 3. Феодора 3, дочь предыдущей, часто путают с матерью, вышла замуж за Джованни Крещенци, представителя знаменитой семьи. Была матерью папы Иоанна 13.